Корнеева. Люди. Навстречу людям. В четверг в Самарской области пасмурно пройдет дождь, местами сильный, станет прохладнее, днем плюс 10, плюс 12, ночью 5-7, выше 0, ветер усилится, северо-западный 6-8, порывы до 20 метров в секунду. В Сызрани на небе тучи, в дневное время плюс 11, ночью плюс 7, северо-западный 6 метров в секунду. В Тольятти пасмурно с прояснениями, дождь, днем плюс 10, ночью 6, тепла, северо-западный 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно и дождь, днем плюс 11, ночью 6 с плюсом, западный ветер 8 метров в секунду, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 67%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Здравствуйте. Вы позвонили в банк «Неева». Ваш звонок очень важен для нас. Но важнее то, что мы ценим живое общение со своими клиентами. Что у нас надежное и комфортное РКО для бизнеса любого размера. Банк «Неева». Люди. Навстречу людям.